праздник Пятидесятницы вспоминается и прославляется сошествие на апостолов Святаго Духа в виде огненных языков. Пятидесятница этот праздник называется потому, что бывает в 50-й день после Пасхи, а также потому, что это событие совпало с праздником Ветхозаветной Пятидесятницы. Сошествием Святаго Духа во всей полноте открылась тайна лиц Святой Троицы, их участие в спасении человека. Потому этот праздник называется также Днем Святой Троицы. Восьмой глаз тропаря и кандака соответствует вселенскому значению праздника, свершению дела спасения, рождению Церкви для вечности. Пасхальные, рождественские праздники. И, конечно же, на Троицу мы также не обделили вниманием этот праздник. И предлагаем вам такой концерт. У нас сегодня три коллектива творческих. Какие-то у нас уже были, кто-то в первый раз. Вот они объявят перед каждым выступлением, они будут говорить, какой номер, вот какой коллектив. Я думаю, мы все с удовольствием посмотрим, оценим их творчество, громко похлопаем и поблагодарим их. И что хотелось бы сказать. День Святой Троицы – это такой день, когда вот, Святой Дух сошел на апостолов, и апостолы распространили Церковь по всему миру. И мы сейчас имеем возможность и радость находиться в храмах Господних. И вот, конечно, мы собираемся в эти праздники, чтобы порадоваться и пообщаться друг с другом. Сегодня у нас, помимо этого концерта, также проходит сейчас, вот вашему вниманию предлагается, и кто-то уже поучаствовал, благотворительная ярмарка. То есть какие-то такие, ну там, вещицы, сувениры, которые можно приобрести, а средства пойдут на восстановление колокольни этого храма, потому что... Мы уже, как говорится, третий год пытаемся это осуществить, и вот сейчас вышло уже такую на заключительную стадию. Вот. И также мы по окончании концерта всех деток, которые выступали, всех деток, которые пришли посмотреть, мы их наградим сладкими подарками, а также предложим им праздничную трапезу в нашем храме, это для детишек, а для всех прихожан. Вот, как говорится, мы накроем потом стол, уберем вот эти, скажем, вещицы, также бутербродики, чай, напитки, также, скажем, вместе можно пообщаться, поговорить, ну и немножечко перекусить. Вот такие у нас планы на ближайший там час-полтора. Давайте мы поприветствуем коллектив «Звонарей Пересвет». Вот, и сейчас я передаю слово... Перезвон, да, вот меня, видите, поправляют. Вы скажите немного о вашем коллективе, о вашем репертуаре. Представьте, пожалуйста. Добрый день, дорогие друзья. Мы у вас второй раз в гостях. В прошлом году на Пасхе, в самом храме. Это было впервые вообще в жизни детей, чтобы они звонили в колокола в храме. Вот перед вами передвижная звонница, на которой инструменты необычные, поддужные колокольчики, это маленькие. Раньше они висели у лошадей на тройке, и в них не звонили в храмах, но вот поскольку у нас это делают дети, вот мы в них звоним. Настоящие зазвонные колокола, которые в храмах висят, и била пластины из колокольной бронзы, из других металлов, которые нам заменяют большие тяжелые колокола. Коллектив наш уникальный, потому что в России очень много лет не было вообще такого коллектива. Нашему коллективу 23 года. Это уже какое-то энное поколение новых детей, которые, так сказать, обучаются колокольному звону, играют, звонят с удовольствием. Но хочу сказать, что сейчас стали появляться детские коллективы, вот в Москве есть. Но мы долгое время были не только первыми, но и единственными в России и во всем мире вот таким коллективом. И именно эти инструменты, которые висят на нашей звоннице, они висят у нас уже очень-очень много лет.
Поэтому вот колокольчики подумали, это вообще старинные колокольчики начала 20 века. Вот дети, конечно, очень трогательные, когда они что-то делают. Танцуют ли, поют ли. Ну а тем более, сами понимаете, когда звонят в колокола, это вообще искусство наше традиционное, русское, древнее. Поэтому мы сохраняем наши традиции, вносим свою лепту вот в уникальное искусство колокольного звона. Сегодня нет в основном старших детей, поэтому мы к вам, так сказать, приехали с младшим, как бы, со средним составом. И будем для вас с удовольствием выступать. Итак, для вас звучит торжественный звон. Качаться, перестаньте, ребят, качаться, а то скрипит все. Здравствуйте, дорогие гости. Мы сегодня, мы это школа искусств номер один. Мы представляем хореографическое отделение данной школы. Мы сегодня вас впервые, чему очень и очень рады. Это особая атмосфера, особые гости. Так что мы очень и очень рады, что мы сегодня здесь. Всех поздравляю с праздником, крепкого здоровья и Божьих благословений всем. Нашей школе 60 лет, а нашему отделению 20 лет. Перед вами сегодня выступит наш образцовый ансамбль «Вдохновение», которому буквально в этом году, на днях, мы отмечали 15-летие. Репертуар за этот небольшой период у нас достаточно большой. У нас больше 40 танцев. Дети у нас занимаются с удовольствием. Школа нам в этом очень здорово помогает. Мы выступаем не только на площадках города, но и далеко за его пределами. И за это очень благодарны нашей администрации школы в лице нашего директора Василия Васильевича Пантыкина. И сегодня мы начнем знакомство с вами с русского танца, который называется «Тульский сувенир».
здравствуйте, дорогие ребята! Уважаемые взрослые! Вас приветствует сегодня на празднике славной Троицы ансамбль «Истоки». Мы очень рады быть сегодня вместе с вами и очень хотим, чтобы наши детки проводили хороводы вот с этими красивыми, необыкновенными детками. Пойдемте с нами водить хороводы. Пошли, мои хорошие. Давай. Идите, подходите к нашим деткам, подходите к девочкам. Итак, хоровод сейчас будем водить. И по кругу пошли все. Пойдем.
Скорее, мужчины! Все, давайте, парни! Выходите, выходите, Лиза! Все! Внимание! Ну, ребята, покажите, что вы белые горшины. И вперед! Девочки, вы еще 10 человек